Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Вуди. И добро пожаловать на обзор варкапа под номером 238, если мне не изменяет память. Карта достаточно маленькая, достаточно динамичная. Демок прислали много, поэтому давайте посмотрим карту и перейдем уже, наконец, к демкам. В общем, изначально мы появляемся ни с чем. Прямо как при рождении в России. И... пересекая вот эту полосочку темную, точнее заступая на нее, нам дают батлсьют, который может кончиться, и 99 бфги. Ну и, собственно, не будем тянуть, давайте ее используем куда-нибудь. Далее здесь у нас ничего нету, здесь у нас может какая-то пасхалка, если только, да? Хотя, нет, ну да, вот какие-то штучки-дрючки тут всякие. Она ничего здесь не делает, она не убивает, это не пуни мабил, такие штуки не убивают нас. Так, заберемся наверх. Здесь везде рампы. Только чего-то не видно. Вот так, хорошо. Здесь у нас рампы. То есть это все по касательной делается. Это все без остановок стреляется, в ЭКУ-3 в том числе. Здесь, коль у нас есть БФГ и потолок, соответственно, мы можем сделать вот цейлбаг. Да, кто знает, тот поймет, кто не знает, тот узнает из демок. Далее падаем вниз. Ну, дорожек как таковых тут нету. И как бы, не знаю, ну роутов тут я не расскажу. Я думаю, все вариации, не все возможные, конечно, но большинство посмотрим в демках. Падаем, значит, здесь. И вот это самая такая бесячая комната, потому что под спейсинг здесь бывает очень тяжело подстроиться, как бы. Вот у меня включается батл сьют, к сожалению. Я пройду. Да, я прошел. Красава, я красава. То есть здесь по потолку, по идее, не прострелять, потому что дырочки, да. В теории как бы можно, но это потеряешь время. Да еще и к потолку надо прилипнуть, смочь. А по падам как-то прыгать, там тоже фиг знает, как эта скорость будет. Опа, обы, опа, опа, обы, опа. И по стенам стрелять там тоже на высоких скоростях не ну, такое себе. Но, тем не менее, здесь роут есть. И, я думаю, топовые места его придерживались. Как только мы залетаем в эту трубу, нам дают там 6, по-моему, 6 секунд или 5 секунд квада. И здесь у нас до сих пор, имеем в виду, что у нас батлсьют здесь, у нас здесь есть квад, у нас до сих пор есть БФГ, и мы просто прилипаем к потолку и отстреливаемся. Либо можно, конечно, по стенам, но лучше эффективнее к потолку делать цейлбаг и вот до сюда, до финиша плазмить. Вот, собственно, тест 2.40. Ну, грубо говоря, тест. Какие тут моменты есть, которые я бы мог рассказать? Во-первых, во-первых, у меня есть, если что, демка Димона VR, и мы на ней посмотрим некоторые тоже вещи. Но здесь вот основной тайм, так скажем, будет состоять вот в этой зоне. Чем быстрее вы после этого, после этих выстрелов опуститесь на пол и начнете подниматься, тем, естественно, тайм будет быстрее, тем он резче будет. И я там, когда мы с Димоном ее играли, у меня там были чеки вплоть... Ну, типа, я вроде прошел уже все, уже VR там, уже... Типа, ой, бля, я испугался. Сука, че пугаешь, дурак? Че говорил? И типа, вот уже хороший тайм, казалось бы, но я вдруг нахожу другой немножко роут, начинаю подниматься чуть быстрее, и у меня опа уже полсеки. То есть это реально очень влияет, поэтому имейте в виду, что в таких моментах, а таких моментов на картах бывает очень много, нужно, конечно же, делать все максимально быстро. Здесь, опять, здесь, конечно же, надо было бы стрелять немножко по круговой, чтобы... потому что... чтобы по рампе сразу пойти, как бы по касательной, по потолку. Если мы будем просто здесь подниматься и врезаться сюда, во-первых, мы не факт, что прямо врежемся, смотря как подниматься, да. А во-вторых, скорость наша выходящая будет не очень хорошей.
Поэтому мы можем пойти по круговой, буквально там типа выстрели раз, два, там три, да, и сюда. Кнопкой назад, конечно, тоже можно примкнуть к этой стене и начать отсюда отстреливаться, но это медленно. Ну и здесь все, по идее, как бы никаких таких моментов больше нету. Единственное, вот здесь надо все климбить по, ну, цейлбажить, точнее, по потолку, падать вниз. Здесь тоже, естественно, бфгой себя вниз стрелять, чтобы максимально быстро упасть, ну и дальше туда проходить уже на финиш. Такая вот карта. Давайте, я думаю, не будем тянуть и посмотрим демки. Опять же, без косметических каких-либо приколюх. Давайте немного отдохнем. Sony Vegas пусть немного отдохнет. Headhunter 36.6. Потому что времени на самом деле нет уже. Нету такой кучи времени, поэтому пишу как могу. Так, это у нас ВК-3. Вот тут тоже, кстати, по круговой забирался. Ну, надо поработать, конечно, над амплитудой отстрела. Потому что такие отстрелы — это не дело, это абсолютно не дело. 36.6. Давайте я включу ЧС-2. ЧСВ. Шелест из Казахстана. Сервер Kia, я понял. Так, здесь уже более ровненько все идет, да? Человек уже явно никуда не торопится и просто пытается пройти чистенько. Что у него, собственно, и получается. Правда, сервер Кен меня смущает. Кенекс, если ты под фейками играешь, не надо. Выглядит как бы Кенекс, камон. Кутри Гикс перебил на 300 шелеста. Так, очень много вначале прыгал. Это большой-большой минус ему дало. Вылетел достаточно, ну так, оптимальненько, скажу. Вниз себя не очень хорошо толкал. Но они, видите, они даже углы типа не изучили. Понятно, что новичкам тяжело такие карты играть, особенно БФГ-раны, типа, потому что БФГ-раны требуют прямо, ну, техничности, требуют знаний. Кутри Гикс, он хотя бы, Headhunter намного опытнее, но Кутри Гикс, он хотя бы сообразил, типа, что, возможно, Headhunter, конечно, почти не играл там или еще что-то, но тем не менее, Кутри Гикс хотя бы сообразил стрелять, если его оттолкнуло от одной стены, перевести мышку в другую стену. Типа, это, казалось бы, базовые вещи, но, как мы видим, кто-то не сделал даже этого. Космобайкер на 3 секунды перебил. Идет ли запись? Запись идет. Я, наверное, даже без премьер эти обзоры все выложу. Я хочу попробовать сегодня записать все. Все, что там должен был. Даже кое-что интересненькое еще выйдет. Обзор будет на кое-что. Кое-что будет, вот это премьера. Ой, ну что-то ты, космобайкер, совсем прямо. Ну такое. Силичен 28.4 перебил космобайкера равно 1.5 секунды. Так. И джумп. Сразу начинал стрелять бфгой, но угол не самый правильный, поэтому начало не очень хорошее. Здесь, видимо, не среагировал. Прыжок не нажал сразу. Успел две бфги после рампы выстрелить. Ой, врезался, очень досадно. Надо было перепрыгнуть. Надо было перепрыгнуть. С
Себе летаем 3 минуты. А он сверху справа вы видите. Волканоид, кстати, Волканоид, спасибо большое за 500 рублей. Я помню, я все хочу сказать где-то и типа все забываю. Точнее, не забываю, не в рефлексовских обзорах же говорить. Вот. Так что спасибо тебе большое за поддержку. Вот, брали бы пример, вот он прислал 500 рублей, я такой, бля, надо обзор записать, сказать, что Вулканоид красава. И между прочим, Вулканоид-то красава. Вот, это старая техника пьяного змея, когда вот так по круговому стреляешь, типа в узком коридоре. Это, конечно, эффективно, но это old school, это old school. Лекс перебил на соточку. Лишний прыжок на старте сделал, но в целом прилетел очень быстро. Отстреливался вообще от пола. Хотел еще от пола. О, неплохая тактика, кстати. Так, сейчас здесь главное сохранить траекторию. Да. Молодец, нормально. Не знаю, насколько у него для себя рандомно это вышло, но выглядело это пиздец, типа. Я не знаю. Как-то слишком случайно, что ли. Ну, нормально, нормально. Четвертое место, тем не менее, Лекс занимает. Несмотря на разрыв в 4 секунды, Шарлон его перебил, занимает третье место. My congratulations to you, Шарлон. Nice start. Oh, Цербак, yeah. Yes. Oh, bad falling. Bad fall down. And and you fail in your finish. So I can't say you just lose around 1.5 seconds, you know? Anyway, demo as always good. Ашанзи 17.08. Непонятно, кто это, никто об этом не знает, кто такой Ашанзи. Что за вообще человек, никто не знает. 10 минут сервер там, точнее 137. Так, тоже цейлбак немножко получше. Отстреливается вниз, тоже получше. 2300 выбивает, 2300 еще вот так вот офигенками он нам дает. Очень много скорости потерял при заходе в трубу и 17.08 он сделал. И кто бы мог подумать, что... Никому до ныне неизвестный AW Proki Pop займет первое место, бля, в Q3. На такой карте. Кто бы мог подумать? Конечно, вероятно, у него не было конкуренции, но... Тем не менее. 167 минут. И этот самый... Ох, очень хорошо. Очень хорошо, 300. Здесь, ой-ой-ой, 2500, ой-ой-ой, еще, ой, прокипоп, еще и скорость не потерял. Хочу VR прокипоп. Хотел сказать, ты мой кумир, но боюсь, ты зазнаешься, поэтому, бля, старайся лучше, что за говно демка вообще. Ну, красавчик, конечно. Конечно, красавчик. Но я помню, когда играли этот варкап, прокипоп. Прямо потел, он там с гопером бодался. Понимаете, что такое прокипоп против гопера? Это типа, я не знаю, типа лунтик против зерга. Зергу же просто пизда придет. Ну, короче. ЦП Торнер, последнее место. Видимо, какая-то рафляная демка. Не удобряю. Либо Торнер очень много времени тратил на РРВЦ в то время, да? Я вот, допустим, варкапу вообще не играю. Я в дефракта не заходил 1000 лет, ребят, вы чего? Ну такое, да, Торнер, не знаю, как уж ты так решился отправить эту демку, видимо, просто для массы. Но еще раз говорю, я понимаю, если низкие скиллы там посылают, типа они делают, грубо говоря, свой там полумаксимум, да? И посылают эту демку просто для массы. Они понимают, что это демка, ну что прохождение не самое быстрое. Но зачем так же делать, типа, средним игрокам?
А то и как бы Торна не то чтобы среднего, но около высокого скилла. Какой смысл посылать такие демки для массы? Если ты посылаешь демку, то если ты среднего уровня игрок и выше, сделай, блядь, нормальную демку и пошли. Он шардон тоже для массы шлет. И чё? Он постоянно он нормальные демки посылает. Бывает, конечно, где-то там в Q3 просяет, но он ЦПМ игрок, так что это самое, ёпта. Не знаю, недоволен я Торнер, недоволен. Лакис, привет. Хватит бухать, заебал. Очень медленно поднимался. Получился целбак на 4900, не очень быстро, но... Нормально, сойдет как бы. И здесь главное и потеряться, и... Потерял, к сожалению, 200, кстати, упсов. И здесь еще все потерял. Ой, ну прыжок забыл нажимать. Ну это, да, ну блокист. Ну ты что, ну это что? Не надо так, не надо. Хулиган тебя перебил на 1.6, представляешь? Давай, хулиган. Ну это бесполезно какой-то приджам. Ну, Паш, ну ты чего, ну, Паш? Я бы Q3 не стал уж говорить, типа, ладно, думаю, ну, цепенда, ну ты что? Ну, Бафугати у меня нехороший, по спиральке еще заходил, 200 тут было, но пришлось потерять скорость, иначе бы перелетел пат и упал бы, заруинил тайм. А так показал, о, еще и врезался, ну ты что, ну 2 минуты сервер тайм, ну Паш, ну ты серьезно? Ну блин, ну давайте перепроходить такие прохождения, давайте не будем их оставлять. 15 говорим, уч. Заодно, кстати, и посмотрим. Извини, Римыч, что я на твоей демке начинаю гадарить. Кстати, нихуя себе, Римыч. Угол, конечно, для падения не самый, вообще не самый оптимальный был, почти горизонтальный, но... Типа, окей, он сохранил скорость и... Ой, тоже врезался, офигенно. Ну что, здесь сервер тайм, ладно, в онлайне, не факт, что он играл все это время. Иван Космобайкер буквально на чуть-чуть перебил. Я чё говорю? Как раз есть шанс проверить, как лучше. С монтажиком, со всякими табличками, переходиками, картинками. Хорошая попытка, Космобайкер, я все видел. Ну что такое? Ну что это? Ну что это? Ну, я даже хочется взять вот так просто и типа как котенка вот свой кал пихают. Типа вот что это такое? Это что такое? Что такое ты мне посылает? Ай-яй, Космобайкер. Ну это, ну так, ну кто так проходит? Я понимаю, если бы это сделал Аякс, ебать. У него там скорости было бы в 2 раза больше. А ты жал, во-первых, кнопку вперед. Перманентно, или как это, перманентно, да, теряя скорость, жал кнопку вперед. И рандомно, более того, неконтролируемо, мышкой хуярил во все стороны. Я не знаю, живы ли у тебя окружающие, там у тебя, ты, блядь, стакан, наверное, разбила, ваза там с цветами стояла, хуй знает. Ну, короче, пишите в комментариях, как лучше, без монтажика или с монтажиком, будем разбираться. Возможно, монтажик... Такой прямо конкретный стоит делать на какие-то такие крупные видосы. Потому что суть больше в том, что обработка видоса занимает очень много времени. Давайте небольшой вот перерыв, типа, да, я, наверное, засуну это на примеру, чтобы следить, сука, что вы там пишете. Сейчас типа, будет, запускай же хардкор, там хардкор плачет. Давайте запустим. Немножко перебил хардкор. Я забыл, что хотел сказать. Я говорю, он, кстати, начал сразу стрелять с БФГ. Очень хорошо поднялся. И 5600, кстати, здесь. Ой, БФГ не попал в рампу. И здесь не попал. И здесь, здесь попал чуть. Ой, еще и как-то заскимил. И не получилось сразу, конечно, приклеиться, к сожалению. Но, ну ладно, нормально. Займ 300 перевил. Привет, Андрюх. Как дела у тебя? Пиши в комментариях. Бруно Марс, это ты вроде, да? Мне понравился твой комментарий по поводу... В игру не играл, но выглядит как... Типа там, что-то... Типа как в масле.
На самом деле игра заебись. Рефлекс один из... Типа, если составим иерархию рейс модов, то Рефлекс на втором месте. Для меня, по крайней мере. Потому что, ну, Дефраг я синхую на первом, а на третьем, там, с четвертым, пусть Ксанотик с Варсу сами разбираются. Мы уж не включаем какие-нибудь там Фространнер, что-то там Сеум есть, еще какие-то есть рейс-игры просто. Ну, игры именно не могут. Пашка, привет. Хорошо, хорошо, хорошие демки пошли, ЦПМ. Странно, что займ. Займ вроде бы Гудфишника не отправил. Выкудри демку. Кстати, тоже хороший вариант. Он остановился, подошел к стене, которую ему надо, и начал по ней стрелять. Все, что-то мне плазмить хочется сказать. Потому что, наверное, в рефлексе БФГ... Ой, это... Плазма как БФГ. Да, неплохо. Неплохо, нормально. Нормально, Пашка. Take 5, привет. 17.9. Что там говорил-то? А, короче. Типа, во-первых, конечно, вот эти все подготовка всех картиночек, табличечек, вот это вот все, это занимает тоже, там, не знаю, ну полчаса. Пока это все, это, типа, поменяешь, там, сохранить, бла-бла, потом это, ну, сразу включаем сюда то, что это надо поставить в видосах в правильное место. Ой, ну, финальная БФК, я прям расстроен так. В целом, прошел хорошо, но вот, видите, то есть... Из-за того, что пады, они достаточно рандомные, типа предпоследняя комната до финиша, все просто по ним прыгают. Типа никто даже не пытается от них отстреливаться. Так что я думаю, здесь мы еще посмотрим, возможно, до кипиша, как они не очень все так по падам просто прыгают, а потом, возможно, что-то будет. Друг. И я к чему веду? Комп-то говно, и он очень долго потом это все рендерит. Типа там обзор, грубо говоря, час, да, или даже обзор, допустим, 40 минут или полчаса в лучшем случае. И типа обрабатывается это все полтора часа, при том, что пока это рендерится, я ничего делать не могу другое. Типа это у меня, типа, получается это записать обзор час, подготовиться к нему там полчаса, и еще там полтора-два часа он будет рендериться, и, ну, сами посчитайте, сколько времени у меня на это уходит, и, естественно, столько времени обычно не бывает уже. А, хорошая демка, Катруф. Не могу ничего отметить, к сожалению, но старайся лучше в любом случае. Лолипоп линия 17.7. Лолипоп. Угол при подъеме был не самый хороший, но в целом здесь пока все неплохо. Вниз себя нормально кинул. Будет ли стреливаться? Да, ну не очень. Ой, последняя БФК опасна была, кстати. Неплохое решение от пола, да? Но это все равно очень медленно. Вулканоид, привет. На секунду почти перебил. Пятьдесят 8 минут, между прочим, сервер тайм. Просто нон-стопом хуярит. Ты посмотри на него, 2700. Он вырулил чисто из-за... Чисто из-за финиша, вот из-за этой прямой. И из-за того, что нормально прорандомил вот этим пьяной змеей. Я не знаю, как это, спираль... Ржавая спираль, будем так ее называть. Ржавая, потому что old school спираль, потому что есть спираль. Ну, в общем, да. Ну, нормально, нормально. Хорошо. 16-3, шалом. Шалом, бонжу. Комсала. Yeah, really nice start. Good sell back. Yeah. Yeah. Not really good angle for... Shooting for fall and finish still like shit. I mean, just I don't know, it's not really good map, but and not everybody can play in BFG runs,
So you can do it as normal. Кипиш немножко перебил Шарлона. Ну тоже, видите, на прямой не очень быстро. Тоже вот это вот рандомное сбивание, блядь, всего, что на столе, оно не очень приятно. Ну как-то, типа, бля, ребят, дефраг это не рандом, сука, дефраг это чистое исполнение, это фреймперфектная игра. Тут надо стреляться, тут надо все делать фреймперфектно, вот такие вот, блядь, сука. Это не фреймперфектно, это не профессионально, как минимум. Не дай бог варпак так же стрелял, уволим, сука. Булка-вилка-дилка, привет. Это не профессионально, меня это раздражает. Это сам байкер начал, это все с него подобрали. Ой, как долго поднимался. Ну надо было тут уже ресетаться, но... Я понимаю, что ты в дальнейшем, типа, хорошо прошел 2300, еще здесь типа дострелился на 2700. Ну почти, да. Ой, еще и в целый баг залетел, ой, красавчик. Вообще, в целом, просто красава. Но ты понимаешь, что ты на старте вот этой лишней БФГой, которая перед собой выстрелила, которая тебя не сразу подняла, ты пропустил, ты вот проебал вот эти 200, а то и 400. То есть ты мог бы, понимаешь, ты мог бы просто их всех перебить. Просто так, бам, перебил, представляешь? Это же Мали Чуэнк. Привет, 15.4. Хороший результат для человека, играющего месяц. Я даже начинаю завидовать. И он, да, вот человек. Кстати, прицел баги не надо жать вперед, потому что ты теряешь скорость. Что? Что? За оригинальность нашли демку. Давайте еще раз. Я хочу там за таймскейлить. Просто посмотрите на это. Хуй знает. Видишь, ты теряешь скорость. Ты видишь, как ты терял скорость? Ты очень... Ты сотки 3 потерял, пока летел. А 3 сотки, это извини меня, на этом промежутке это очень много. Здесь, ладно, угол нормальный. Здесь, внимание. Бум. Хуя он словил, да? Я думаю, что это за оригинальность пересточно. Бум! Я не верю, что ты месяц играешь. Что за хуйня? Ой, врезался еще в залете. Ой, я потерял. Потерял две сотки, наверное, как раз, которые я сыт у тебя жал, отжал. Ну нормально, нормально. Вот этот человек, вот смотрите. Это вот человек, который конспектировал наши говнотутеры. Говно, потому что они старые, там очень много лишних слов сказано. А, вот. Он конспектировал и играет месяц. Ну там полтора, да? На данный момент уже там полтора-два играет вроде. Бррр. Да. А вот этот человек, который не конспектировал, да, хулиган? Не смотрит тутеры. И сидит вот там в 20. А тут вот тутеры посмотрели 15-4. Ладно, если на 200 перебил, давайте посмотрим, в чем же разница. Ну я знаю, в чем разница. Как минимум, если ты не терял на целбаге скорость, ну, не должен был. Да, вот просто вообще без кнопок. Можно без кнопок, можно либо с кнопкой назад. Отстрелился от стены, но отстрелился не особо прям полезно. Ну, в целом, в общем-то, скорости сохранял больше. Здесь еще при залете в трубу скорость не потерял, а в целом все это сложилось в плюс 200. Почему бы и нет? Очень-очень классно пришел. Ацит, молодец. Молодец, Ацит. Четвертое место, Шанди. Минут сервер тайм. Нон-стопом стреляет. Опять же, никакие кнопки прицел баги не жмет. Опускается хорошо. 2700. Еще! А, потерял при залете в трубу! Но тем не менее. 14.8. Очень даже. Очень хорошо. Варпак, третье место. Большой-большой красава, Варпак. Очень рад тебя видеть снова в рядах. Меня прям
вспомню твою аватарку с контактами, мне становится смешно. Тоже кнопкой вперед терял скорость, варпак, ай-яй-яй, очень много потерял скорости. Тем не менее, две еще. 200. Ух, оба мира. Ты не уволен, варпак. Все хорошо, у тебя все прекрасно. Единственное, у тебя. Вот, знаешь, почему у тебя пуст перевил? Ну, как бы даже вот так, просто по тайму смотрим. Типа, не то чтобы почему он тебя перебил, а почему ты его не перебил. Потому что ты жал кнопку вперед, блять, на целбаге. Ты потерял сотку, там, 100, 150, 200 ты где-то там потерял на целбаге. Потому что нужно было целбаг делать получше без кнопки вперед, там, либо без кнопки, либо с кнопкой назад. Более того, при повороте, когда там идет на поворот вот это, типа, огибание вот этого столба, который поставлен там по центру. Более того, его тоже можно зацелбажить. Можно кнопкой назад себя поворачивать во время целбага, типа мышку крутить по горизонтальным осям. Ты будешь поворачивать. И можно его чуть-чуть обогнуть и сохранить больше скорости на большую дистанцию. А так как это фреймодрочка арта, это все очень аукается на финише. Там не то чтобы... Это ты только потерял 100, там 150. А в итоге ты мог приобрести еще больше и вообще, может быть, прокипопа перебить, типа. Короче, ладно, пус. Ну, как бы, имейте в виду, я это рассказываю не только ему, я говорю это всем. Это нужно все учитывать. Вы потеряли там 3 упса на серфле, а за счет этих 3 упсов у чувака там, ну, даже пус, не то чтобы даже, а пус очень даже хорошо процелбажен. Очень хорошо здесь тоже. Да, да, очень хорошо все прошло. Ну и прокипоп, первое место, поздравляем тебя. Красава. Старался прокипоп очень долго, весь всю неделю варкап играл. Нон-стопом вообще простреливал, 2800 вылетел, еще. Нет, ладно, не решился. Нет, все равно молодец. Финиш. Угол финиша, угол цейлбага вот этот был не очень, честно скажу. А так, как бы, вот, имейте в виду, что на таких коротких картах, типа, как понять вообще, что карта фреймодрочная? Она до 20 секунд, все, типа. Ну, в основном так бывает, в дефраге, по крайней мере. А так, любая, конечно, карта фреймодрочная, но основное это, конечно, такое. В общем-то, давайте пойдем в браузер. Что-то мне там Мосф понаписал, 2 сообщения целых в Дискорде. Такие вот у нас дела здесь. Варпак отослал бонса, так и не донес секунды. Все вы молодцы. Как, наверное, говорится, прочувствовал карту. Когда ты фейк Аркаона и играешь среди пиздюков, место. Ну, да, нормально. Выкутрил лучше бы отправил, было бы 4 место. Да, Римыч. Я не знаю, почему ты. Я хотел сказать, что ты вроде типа Выкутри игрок, зачем ты ЦПМ отправил, а Выкутри нет. Но я потом подумал, вдруг я спутаюсь. Типа, скажу, что ты Выкутри игрок, это не Выкутри игрок, но ты вроде присылал Выкутри постоянно. И получил минус 11. А Торнер минус 44. Торнер сливает позиции, так сказать. Так, а чё, закончен. А следующий чё? Уже поставили следующий, не? А, всё хорошо. Что там, кстати, у нас на нём? Шарк. Ладно, давайте, в общем-то, зайдем в турниры, да? Зайдем в Айсор и поставим Impressive Internally Drunk за то, что у него такая классная демка. Ой, 3 демка, сас. Есть. Да, это мы тоже сегодня посмотрим. В общем-то, вот такие дела. Торнале Дранк у нас с импрессион. Все у него хорошо. Ну и на этом все. До встречи в следующих обзорах. Всем спасибо. Надеюсь, что вам было не скучно. Всем пока.